Срубили то дерево, где Васёк сидел. Он вон там сидел всегда. Где мне его теперь искать? Тут большая береза росла. Ну, понятно, да, что, наверное, из-за проводов. Ну, где Васька теперь взять? Я пришла сейчас вечер с едой, чтобы покормить его. Капец, что делать? Помните, да, он вот здесь всегда сидел. Сейчас пойдем искать. Васёк! Васёк! Ай, Васёк! Вон он на бетоне мерзнет. Васёк! Кись-кись! Ай, ты мой Васёк! Ай, ты мой Васёк! Ты хороший! Сейчас покормлю. Сейчас покормлю Васька. На чем-то тебя. Так, вот вторая пачка. Первую он почти доел. Сейчас еще одну дам, больше нету. Васёк! Если бы вы знали, какой он огромный. Вы даже не представляете, какой он большой. Там сзади еще, кстати, котенок сидит и собака, которая только родила. Вот они. И котенок под машину ушел. Накидика это у меня больше нет. Все, я пойду. Темно уже. Ну, благо он хоть под козырьком. Тут еще лавочка деревянная. Хоть как-то может теплее чуть-чуть. Все, мусор мы забираем. Ничего не мусорим. Пока, Васёк. Приду попозже. У него такая шерсть густая, вроде он не должен сильно мерзнуть, но все равно. Я уже кинула объявление. Песик, ай, песик. Собака. Интересно, прогонит она? Песик прогонит Васька, чтобы поесть. О, интересно, да? Прогонишь? Ну, ее жалко тоже, что сказать. О чем мне сказать? Там еще маленький черный котенок, видите, глазки. Капец. Капец, ребята. Вот вы мне сейчас будете писать. Забери, забери, того забери, белого забери, котенка и собачку. Мне тоже всех жалко. Я тоже всем хочу помочь. Ну, блин, а забери всех, ну куда я заберу, ребят? Ну, серьезно. Это только в этом районе. А их везде у нас, говорю, по городу везде полно. Поэтому я говорю, стерилизуйте, пожалуйста, животных. Стерилизуйте. Тогда не будет столько бездомных. Столько страдающих. Видите вот эти ступеньки? В прошлый раз я кота видела под ступеньками. Видели, на плитке он сидел. Сейчас уже прошел еще один день. Я купила опять эти пакеты с едой. Вот это дерево, которое срубили. Ну, сейчас хоть светлее, не ночь, как тогда. Сейчас поищем Васька. Выставила уже я во все соцсети почти. Пока никто не откликается. Видите, все тает, потепление чуть по чуть идет. Пока зима не начнется. Вот это черный котенок, который под машину залез. Эй, Кляйне! Ай, ты малыш! Вот, пугливый, вот он. Так, а где Васёк? Васёк! Тебе надо коробочку поставить, да? Васёк, у меня сегодня одна пачка. Одна пачка всего. Пойдем, я тебя покормлю. Пойдем. А вон у тебя миски, да? Здесь покормлю. Васёк. Смотрите, какой он ласковый, да? Вот, Васёк. Больше у меня нету, честно. Мне хватило вчера только на одну пачку. Бедняжка. Смотрите, какой он плотный. Его хорошо, наверное, кормят. Ну, здесь тоже сухо бывает. Все. Я пошла. Еще раз объявление выставлю. Будем искать.